Друзья, Наташа нам демонстрирует, не подумайте плохого. Нет, это нет, не сюда. Это не сюда. Маловато. А куда это? Куда? Это вот туда. Давайте туда. Так, это вот сюда. Чарли, иди сюда. Это для Чарлика, на вот этого вот мальчика. Мальчика, да. Поднимем да, да, да. Сейчас. Ох ты, господи. Раз. Так. Один щелчок. Щелчок. И готово. И что, и собачка готова к променаду? Да, да. Пошли променадоваться. Да. Все, пошли гулять. Вот, друзья, фотосессия. У нас один лежит, другой снимает. Так, а мы так просто пользуемся. Чарли должен пометить, нет? Не знаю, что он будет пометить. Он любит помечать вообще? Конечно. Так. Чтобы мальчик вернуться, что же? Мальчик. Сколько мальчику? Ну, он еще не так сильно помечает. Я специально смотрю, потому что наш помечал. Ну, вот, вот, просто вот, он бегал вот, вот так вот. Пометил. Пометил, да? Место правильное. Он сначала осмотрелся, достойно ли место для пометки. Да. Нужно ли оно ему? Да. А вот у нас дерево-бесстыдница. По-русски эвкалипт, наверное, правильно назвать. Эвкалипт. Да. Ни стыда, ни совести. Вот. Раздеваются при людях. Да. Да, друзья, небезопасно. Небезопасно такую вот площадочку-то иметь. А если еще внизу рюмочку принял, потом наверху принял. Это самый кратчайший путь вниз. Так раз самый короткий-то будет через крышу. Так. Стремно. Друзья, Лена хочет что-то сказать за этот куст. Лена, что за куст? Это камелия. Так. Это цветок. Это розы на дереве. Так. И мало в каких местах камелия растет. Вот я знаю, что в Батуми по набережной много камелий. Так. Но это очень роскошно. Кстати, очень часто именно камелия называют цветочные магазины, потому что прекрасен этот отлично, цветок. Отлично, отлично. Хорошо. Вдохновенно. Ну, хорошо. Вот вы видите... Не удержалась Лена. Лена совсем не может удержаться. Да, и повезет в Киев. Неописуемая красота. Образ камелии. Хотя, друзья, мы-то знаем, что можно пойти там на Google поискать и там картинку взять. Камелии бывают же и белые, и розовые. Это необыкновенно красиво. Хорошо. Розы, хорошо. Которые цветут на дереве. Ну, это не то, что их прививают, оно прямо сажают нет, так. Нет, ну посмотри, структура цветка. Я вижу. Это вот тонкие лепестки, они же воздушные. Тонкие, как у мака, а пышные, как роза. Это необыкновенно. Да, друзья. Вот что, когда человек родился поэтом, а всю жизнь занимается чем-то еще. Всякой фигней, можно сказать. Вот. Вы видите, друзья, сакральное место именно тут. Именно тут входят в воду и выходят из воды наши серферы. Вот. Ну, можно и для любопытных тоже там пойти погулять. Вот такая лесенка. Вот. Тут даже мокро, потому что они... Когда идут, у них из костюмов вода стекает. Вот спрашивают наши гости, что это на камнях. Да, прям интересно. А мы сейчас камеру наведем, у нас увеличение 60 раз. Чего это черное? Ракушечки какие-то. Типа меди, что? Друзья, вы лучше нас видите. Вы лучше нас видите, что там на камнях. Хотя потряхивает немножко. Миди, шмиди. В общем, ничего хорошего, если так босой ногой наступить, то мало не покажется. А так ничего, да, Смай? А в Киеве нет такого места? С медиями? Ну или хотя бы здесь серферы там, нет? Нет? Ну тогда пойдем дальше смотреть. Где он этот человек? Вау, так. Его нет. Хорошо. И он туда ушел. Они ныряют под волну. И уходит туда. Туда. А я его тут что ли? Да. Вот как бы мне охота была. Как бы я хотела научиться. А вообще много девчонок серфинг есть? Да, полно. Да? Вы видите, человек, друзья, и мне он, наверное, хочет сделать вид, что он на доске стоит. Балансирует. Набрыли. И при этом фотографирует. Кошмар. Набежавшую волну. Вон там волна хороша. Вау. Ой, хороша. Вау.
что да. На волне тоже типа. Типа на волне, да. Они все на волне. Вот, как они переворачиваются без кармашки. Да, а вон там еще одна пошла, смотри. Вау! Пошли. Ох, ты не заснял. Ты не Света, заснял вот я это? Не заснял, я вау. Смотрю сейчас на другую волну. Там его свои. Подбросил на 3 метра. Там свои попрыгунчики, Света, я не спорю. Но я не могу все заснять. Вот тут локально. Опа. А интересно, ребята, сколько градусов в океанчике? Ну, градусов 10, холодный. 11. Ну, нет. Но они в костюмах, теплее, да. Теплее. Градусов 12-14. Ну, только летом 14. Ну, летом, может, так и дай. Да. Как его бьют? Да. Человек, чем больше его бьют, тем больше крепчает. Даже страшно не смотреть. Вау, 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 вау! О, красавец! Наш человек! А! А! Да. Опа. Ну, это уже так, это он уже отдался. А вот еще один умелый, смотри, смотри, как умелый. Нет, все. Этого легко. Нет, это смешно. Так, идет волна. Какая-то серия волн хороших таких. На радость. Сейчас он встанет. Серферу. Нет, не встал. Не встал. Следующий. Так, встал, ребята, встал. Пошли, 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 пошли. Девочка. Немного. Оп. Все, очень а нет, тут еще нет. Одна. Да пошла, пошла, пошла. Волнища. Как они вскакивают там опять. Слышим? Да. Да. Это опять точно. Это точно. Так. Вот тут волна идет. Тут до сих пор вот едет. Пошла волна, они пошла, пошла. Хорошо. Ну. И вон там тоже сзади мы. На втором плане вон там тоже пошла, пошла, пошла. Да. Когда, друзья, попадешь в хорошее место, то и волна девочка, идет не переставая. Ну тут уже так. Мелочок, ну мелочок. Мелочок. Да. Тут можно вообще долго стоять так. Тут, друзья, у нас дудят. Это труба у него такая. О, вы слышите? Да, деревянная. Это одно из двух. Или его, или трубу. Да. Так. Окей. Бородатые такие. Вот как у нас тут все пенится-то. Каждый день, друзья, океан меняется. Не меняется только факт того, что это, да, это океан. И вот солнышко тоже, оно всегда есть. Если только тучками не закрыто. Тучки у нас как сегодня? Тучки есть. Тучки есть. Вот это такого розового неба над океаном. Тут, друзья, дымка такая. И солнце светит. Вообще натуральный беспредел какой-то. Природный. Тихо балдеют туземцы на солнышке. Люди сидят с рюмочкой, я не знаю, вам видно, нет. У них у каждого по рюмочке, и они так вот сидят тут. И так это, можно сказать, употребляют на природе. Хочется невольно порадоваться, даже, может быть, иногда присоединиться. Это, друзья, американские птички, невелички. Да, мал американский птичек, да дорог. Видишь, красные полосочки, как повязочки у дежурного. Да, есть, есть. То дежурная, я дежурная. Хочешь? Нет. Из фильма «Первоклассница». Да. У нас тут собачки запутались почти ремешками. Как они рады, тут да? Не поймешь, не поймешь, где чья. А что, одна порода, да? Да. 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 Да.
на мотоциклах ездят. Вы видите, друзья, тут Лена с Наташей красиво фотографируется на фоне, забыл, как называется дерево. Камелия. Камелия. А вот, допустим, конечно, текилку, они из этого вот листика не хотят сделать. И никто не говорит, посмотрите, прямо текила стоит. Нет, всем пофигу. Вот так и человек, друзья, погулял и думает, надо отдохнуть. Вот чем мы и займемся сейчас.